Всем добра, мои милые маньяки. В самом начале игры, когда Чарли и Марк отправляются на маяк, в один из моментов из-за двери раздаются какие-то подозрительные шумы, и парни прячутся за стенкой. Боже, что это? Какая встреча? Блин, ну так же нечестно. Даже не показали, кто же там шарохался. Я решил исправить это недоразумение, но оказалось это весьма непросто. В первый раз я решил не прятаться. Но камера встала так по-уродски, что из-за спины Чарли ничего толком было не рассмотреть. Тогда я подошел вплотную к двери, немного с другого ракурса. Но игра тупо перекинула меня на прежнее место, и я снова не смог ничего рассмотреть. В третий раз решил выбрать немного другую точку. Но игра продолжала глумиться. Меня не только отбросило на прежнее место, но и развернуло спиной к двери. Это просто издевательство какое-то. В следующий раз игра обиделась. И выкинула меня из этого сарая куда-то в подтекстурное пространство. А вернулся Чарли на место, когда уже все закончилось. Но я смог договориться с игрой, и раз на десятый мне удалось посмотреть, кто же прятался за дверью. Это оказалось вполне милая и вполне безобидная рысь. Тут даже не знаю, жаль мне или нет, но она просто слиняла в окно, а не набросилась на Чарли, чтобы он смог помереть, еще не добравшись до замка убийств Дюмета. Я пошел экспериментировать дальше, а с вас лайкос, подписка, и всем добра, мои маленькие маньяки.